И пока мы смотрели Антона Богданова, инопланетные технологии поработили нашу студию. Браво, браво, браво! А кто это, я расскажу чуть попозже, после рекламы. Генеральный спонсор программы «Утренний кофе» – парк развлечений «Фэнси Фокс». ТРЦ «Июнь», третий этаж. Телефон 254-87-70. Где в Красноярске купить камин по выгодным ценам? Большой выбор электрических каминов в дизайн-студии «Электрокамины». Индивидуальное изготовление порталов из натурального дерева. Вавилова 1, строение 10. Телефон 286-06-32. В жилом доме на перекрестке улиц Краснодарская, Армейская тотальная распродажа квартир. Скидки до 10%. Звоните 288-00-66. 288-00-66. Кредит для бюджетников от Байкалбанка. На любые цели, без поручителей. Оформление за один день. Все просто. Пришел, оформил, получил. Кредит для бюджетников от Байкалбанка. Мадезалки, 33. Столовая пловная на Робеспьера 34 – это ароматный плов, который готовится прямо у вас на глазах. Порция 450 грамм всего за 150 рублей. Пловная – это разнообразие вкуснейших блюд из мяса и изобилия выпечки. Банкеты – акция «Купи шашлык за 160 рублей и получи подарок». Уютный дом на Новой Предмостной 4-го моста готовится к заселению. Квартиры-студии на выгодных условиях. Рассрочка от застройщика 0%. 900 тысяч рублей первоначальный взнос. Телефон 286-96-96. Лето закончилось. Начинаешь грустить? Приходи в джунгли-парк Fancy Fox. Лето переехало сюда. Карусель. Поезд сафари. Лабиринт. Батут Джамп, автодром, лазертаг, игровые автоматы. Все крутые развлечения теперь здесь. Джунгли парк Фэнси Фокс. Всегда лето, всегда весело. ТРЦ «Июнь», третий этаж. Наступают холода, а это значит, пора готовиться к зиме. Сегодня расскажем, как правильно выбрать пуховик. Уже ни для кого не секрет, что пуховый наполнитель является самым лучшим утеплителем для верхней одежды. В магазине Ахара представлен огромный выбор курток и пуховиков на любой вкус. Но как сориентироваться во всем этом многообразии моделей и выбрать для себя теплый и комфортный пуховик? Существует несколько основных правил. Во-первых, качество пуховика зависит напрямую от качества пуха. В пуховиках мы используем натуральный пух и биопух. А мы используем пух водоплавающих птиц. Он наиболее упругий, прочный и водостойкий, что сделает ваш пуховик максимально теплым. Биопух – это современный синтетический материал с добавлением натуральных волокон. Является аналогом натурального пуха. Ухаживать за изделиями из пуха и биопуха достаточно просто. Их можно стирать в стиральной машине с использованием специальных жидких средств, которые всегда есть у нас в наличии. Во-вторых, пуховая набивка в качественном пуховике расположена в отдельном чехле. Его наличие или отсутствие легко можно обнаружить на ощупь. Помимо всего этого, компания Ахара производит мужские и детские пуховики-трансформеры, в которых пуховый пакет можно легко отстегнуть и превратить теплый пуховик в ветровку. Также признаком качественного пуховика является наружная ткань. Она обязательно должна быть дышащей и при этом водонепроницаемой. Магазин верхней одежды Ахара – это мир пуховиков. Здесь вы без труда приобретете качественные и доступные вещи для себя и своей семьи. Вот мой соведущий изменился. Земляне на нашей планете, в нашем настоящем будущем. Мы говорим о будущем, показывает сейчас мега-шоу. Вот для сравнения мы теперь можем посмотреть, какого роста был у нас в гостях робот. Это не вижу в этих очках ничего. Шоу проекта Мэймон, если я правильно прочитал, да? Два Максима Безухов и Демиденг у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Так, я сниму. Очки, конечно, красивые, но в них ничего не видно, я вам могу точно сказать. Я хочу руку свою продемонстрировать. А, да, вот, перчатку. Пожалуйста, смотрите, если видно, тут еще вот, эти... Вот так вот сейчас, вот. Лазеры. На камеру.
Ну что же, расскажите нам про вот эту мегатехнологию. Как вот в этом вообще ходить, танцевать? Как я подозреваю, что просто, там тоже как... не особо видно это на самом деле. Держите. Вообще отлично. Дело в том, что, ну, тогда, когда мы создавали этот костюм, мы не знали, что будут какие-то сложности. Ну, то есть передвигаться на ходулях и все эти светодиоды, провода. Сейчас мы все исправили до идеального варианта. То есть сейчас спокойно можно даже бегать в этом костюме. Бегать даже можно? Даже можно, да. Бегать. То есть очень круто. Я понимаю, что пробежать не получится, наверное. Можно посмотреть? Давайте. Что там под ногами? О, поднимем чуть-чуть его. Железную ногу его. Ничего себе. Да, тут амортизаторы, новейшие технологии, да. На джинсы, я бы сказал. Прямо робот действительно настоящий. Ходули регулируются под любой потолок, то есть мы можем достичь высоты 3 метров. То есть на данный момент на данный момент 2,60, то есть можно до 3 метров вырасти. Ну, долго вообще учились ходить на этих ходулях? И создавать вот это все. Я сначала на них учился ходить, после того, как я упал, стал ходить Максим. Что-то не задалось, да? Да, не мое это. Понятно. Ну, а создавали сколько? Откуда вообще идея-то пришла вот этого всего? Как родилась? Посмотрели в фильме каком-то или... Да нет, на многих опен-эйрах, то есть работают такие как бы пати-роботы, то есть мы увидели, да, захотели что-то подобное создать. Вот, собрались, решили, научились паять, ходить на ходулях, ну и танцевать еще при этом. А что еще у вас есть в арсенале вашем? Ой, у нас несколько проектов. У нас есть лазермен, есть пати-робот, есть девчонки гоу-гоу, которые вот танцуют вот в таких вот очках и вот в таких вот светящихся кроссовках. Да, там кроссовки тоже светятся. Все можно найти в группе ВКонтакте. Не у Макфлая, конечно, который зашнуровывается, но тоже круто. Ну да. Это же будущее буквально, смотри-ка у нас тоже, да. Как, кстати, вот вы насчет будущего, коль скоро мы сегодня о будущем говорим, и вы так выглядите футуристически, по вот, ну, вашим, может быть, ощущениям, прогнозам, вот то, что показано там, в этом фильме «Назад в будущее», я имею в виду, вообще все эти наши представления о летающих автомобилях, там, этих всех мегасовременных технологиях, там, когда вот, там, в «Аватаре» эти все передвигают картинки, как скоро придет в нашу жизнь, как думаете? Бомби. Ну, я лет через 10, наверное, уже придет, потому что новые технологии не развиваются стремительно, и вы уже сами видите. Вы уже вносите, да, мы вносим развитие. Маленькое развитие, но как бы у нас еще много очень идей, поэтому я думаю, мы не раз еще к вам приедем. А можно вот шлем посмотреть? Давай, кстати. Давай, я помогу тебе. Пожалуйста. Померить хочешь? Да. Давайте. Если он на меня налезет. Вот. Можно, наверное, попробовать включить. Как аватара можно включить. Да. Ну, вот. Ладно, не будем включать. Ну, шлем, обычный шлем, да, но вот весь в светодиодах выглядит футуристически. Долго вообще тратится времени на вот изготовление костюма? Вот конкретно на этот костюм ушел месяц. Месяц? Вот. Да. Здесь работа швеи, работа мастера, который все это спаял. То есть и дизайнерская работа. Да, кстати, мы еще делаем светодиодные костюмы, поэтому, кому интересно, может, вы хотите себе приобрести, ну, что, обращайтесь к нам. Будем тут ходить, светиться. Ну что же, спасибо вам. А мы сейчас давайте пригласим Виталия Полякова к нам. Да, у нас время новостей, Виталий, подходи к нам. У нас есть очки для тебя, померь. Примерь, пожалуйста. Да, можно? Конечно, держите. Хорошо. Вы тут все, видишь, такие. Ну, с технологиями. Слушайте, а там что находится? Там холодный неон. Это холодный неон, он тоже светится в темноте. Сейчас то есть это нужно темно. Да, да. Ну и вот мы с Виталией в этой телекомпании, пожалуй, самых два высоких человека. Да, люди и можем наконец-то посмотреть на гостей снизу вверх. На самом деле. Мне вот интересно, кстати, пожалуйста, фото сейчас, я попрошу. 12 вольт. Безопасный костюм. Вот так. Ну что же, спасибо. Это у нас был проект Мэймон в гостях. Два Максима Безухов и Дени Динга. Спасибо вам за мега-экшен.